Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдий на моем основном аккаунте. Попробуем потрешивать стареньким нашим составом с ожогами, посливать питомцами. Хочу видеть, я не бегал после обновления, как у нас были изменения с набором энергии. Хочу посмотреть, что же будет дальше у нас. Так. Возьмем, вот сейчас потестируем пока такого Ронина, если что, потом, говорю Ронина, Анубиса, потом поменяем ему на железную волю. Так, сюда ставим Ронина с ожогом. Так, вот наш Ронин. Также мы сегодня потестируем огневика. Так, вот даже у нас есть шестой сет. Кубок. Так, 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 так. А тут у нас будет стоять вот так вот. Так, этот собран, собран. Вместо Бигфута поставим капитана Дрейка. Но с грубой силой мы его еще не тестили. Посмотрим. Так. Капитан Дрейк. Вот он, наш капитан Дрейк. Так, рунами. Поставим ему ожилу. Четвертого ему хватит с головой. Так, ставим его в крит. Так, питомцам. Поставим ему ангела. Так, эти есть. Дальше. Тут ставим трианта, чтобы резнул. Так, триант. Вот наш триант. Вот соживый он у меня. Ставим. Ставим дальку. Так, вроде собран. Ремочка. Так, огнекрыло мы вот такого будем использовать с бастионом. Рунами мы поставим ему сейчас утекание. Так, вот оно, пятое. Поставим его в кубок. И тут поставим ему вот так вот. Вот такая вот сборка будет. Хочу попробовать. Так, ну и у нас останется Некрос. Вместо Некроса можно было бы, конечно, что-то другое. Сейчас подумаю. Малыша Ника. Давайте Малыша Ника тестанем с грубой силой. Так, ну, вроде все, состав есть, поехали. Так, радость. Стрелок, Бигфут, Рэй внизу. Значит, будем пробовать отсюда забегать. Так, а ну-ка, тут нету. Вот, отлично, можно даже вытащить Анубиса. Давайте попробуем вытащить Анубиса. Вот интересно сейчас посмотреть. Так, ну он всех потащил. Попробуем тогда со стороны Бигфута. Не, все-таки надо его в уклонение собирать, чтобы по нем поменьше попадали. Сейчас немножко сделаем по-другому. Так, сделаем вот так. Бастом.
Давайте все-таки не с бастом. Давайте с каменкой потестируем. Что-то с бастом. Так, вот так вот каменка. Так, утекание. Ставим его на уклон. И потом сам ставим цепа. Сейчас посмотрим разницу. Так, битва гильдий. Так, пробуем выманить опять. Вот сейчас, по-моему, получше даже такой вариант. Не так быстро сливается, как предыдущий, но опять выманил полностью всех. Так, хорошо. Попробуем сейчас ворожея, значит, выцепить. Если получится. Самое главное, в районе задеть. Так, некроса на себя потащили. Ладно, поехали. Стандартным нашим способом будем пробовать. Ронин сюда. Ронин уже у нас с шестым утеканием. Так, наложили на него молчанку. Сейчас, наверное, сольют, а может и не сольют. Сейчас проверим. Ну, как видите, 50% набирается вообще налегке. Если вы хотите бить топов, качайте Ронина с ожогом. Просто не парьтесь. Ой, зря я вертолетиков убрал так далеко. Сейчас его сольют. Да, видите, что случилось у нас. Окей, отлично. Хотя, в принципе, ничего отличного. Кидаем дальше Анубиса где-то чем подальше. Так, тут у нас уже даже Фрейя включилась. Ну все, юнитов мы слили. Сейчас мы запустим Огнекрыла. Сейчас пусть Фрейя вырубится. Ну, как видите, на сегодня никакой проблемы убить. Точнее, пройти багажку проблемы нет. Вот смотрите, давайте вот так вот ради интереса. Капитан Дрейк. Попал. Малышник. Сейчас пусть опять. Кстати, можно вот так вот выманить. Ладно, уже поздно. Даем Огнекрыла. Вот 100% без всякого напряга. Даже ослепления стоят у него на героях. Они особо, ну, мыслили двоих героев. Но все равно без дерева даже прошли, без проблем. Так, дальше. Кто у нас там следующий? Так, тут у нас Фрейя стоит. Бигфут. Стрелок, ворожей. Отлично. Запускаем отсюда снизу. Или попробуем выманить. Ворожея, может, сможем выманить. Давайте попробуем. Так, смотрим. Ну, как видите, не особо какой-то слабенький топ. Поехали Ронина. Начнем. Кидаете Ронина себе. Желательно кидать там, где стрелок. Чтобы агрились вертолетики на Ронина. Тогда шанс, что у него ожог сработает, намного больше будет. Они быстрее бьют.
и они активируют. Как видите, они сразу активируют, то есть у вас никакой проблемы нет. Вот 67%, уже 73%. Что я могу вам сказать? Вы, в принципе, и так все понимаете и видите. То есть там, где есть стрелок, стоит стрелок, либо Фрея даже тоже, она его не сольет. Чем больше целей атакует, тем проще будет. Афина, допустим, его может слить, Фрэнки может слить. А вот когда стоит Фрея стрелок, это очень даже хорошо. Орнитоптеры и эти заряжают его. И у вас нету никаких проблем. Видите, даже до половины только сняли хп. Он себя отхиливает. В принципе, тут, чтобы не париться. Или досмотрим. Давайте досмотрим уже. Две зоны у нас осталось. Ну все, одно здание, насколько я вижу. Ну, 100% просто одним героем. Так, 389, тут топа нет. О, топов попо. Побежали. Так, тут у него стоит Фрэнки, да? Ну, отлично, будем пробовать сейчас против Фрэнки. Это даже интересно. Вот сейчас увидите, как Фрэнки, по идее, должен сливать Ронина. Ну, у вас есть вот тут вот юниты, кидаете их издали. И просто наслаждаетесь. 45%. Ну, в принципе, 45%. Трешанем. Давайте трешанем. Кидаем Анубиса, чтобы подслить юнитов. Отлично просто. Все, юнитов мы слили. процента у нас, пока они там заняты, мы выпускаем нашего огнекрыла. Ну, просто отлично. Вот вам Фрея, ребята, то, о чем я говорил, что Фрея в дефе очень очень полезный герой. Так, все, все пропали. Стрелок остался. Кидаем Дрейка. Смиссовал, отлично. Так, Фрэнки обезвредили. Тут вот чем опасно, то что дерево может не сработать. Ну, я думаю, в принципе. Сейчас мы просто посмотрим. Все, Фрэнки включился, дерево включилось, 97-100. Проблем никаких нет. Без разницы, какие у вас будут герои стоять на дефе. То есть вам надо Ронин, надо питомцев немножко подкачать, и у вас никаких вопросов с Биллой Гилли не будет. Так, окей, побежали дальше. Монархи, монашки, идем к монашкам. Так. Что тут у монашек сегодня? Огнекрыл есть. Фрея. Отлично. Поехали. Кидаем Ронина. Хотя надо было, в принципе, возле огнекрыла попробовать. Ладно, попробуем возле Фреи.
Можно особо даже не заморачиваться, как видите. Чем хорош Феникс, он бьет зонально. Вот мы Фениксом просто слили всех юнитов без проблем. Так, малышник. Малышник есть. Дальше кидаем Дрейка. Давайте где-то здесь кинем. Дрейку нашему прилетело. 86%. Кидаем Анубиса. Так, чтобы на него заагрились. Чтобы Фрей на него загрелась, а тем временем наш огнекрыл просто уже должен добить. Так, и видите, уклон есть. Кидаем дерево. 100%. Все, никаких проблем опять же нет. Так, вешаем наших героев. То есть, если вы не хотите там особо заморачиваться над каким-то топом, вам лень там трешивать, берете, качаете Ронина с ожогом, питомцев вкачиваете, не обязательно их там в потолок вкачивать. И просто вот так вот бегаете. Не надо вам никакие там донатные минотавры, надо иметь Анубиса и Ронина, вам этого сгуд. Ну и ремку желательно пятую. Так, что там, кто у нас еще остался? Еще один, по-моему. Идем обратно к монашкам. Так, тут у нас Афина есть, Анубис, Стрелок. Так, тут Афина у нас может доставать, да? Ну, сейчас попробуем. Достанет или нет? Да, она будет доставать сейчас нашего Ронина. И, возможно, да, вот видите, слила. Вот это более правильная расстановка, когда внутри стоит. Ладно, попробуем зайти отсюда. Тут, возможно, помучаемся немножко. Сейчас посмотрим. Потому что Афина рядом. И видите, она... Хотя, с другой стороны, тут и Фрейя есть, и стрелка эти. Так, он ушел в инвиз. Вот видите, она его сливает, мы не успеваем. Герои с воодушевлением стоят. Так, 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 так. Давайте попробуем отсюда зайти. Тут вся проблема в том, что Афина очень серьезно его долбит. Желательно, чтобы он был подальше от нее. Видите, что делается? Вот 49%. Так, 49%. Ну, давайте попробуем. Побежали, кидаем. Где-то вот сюда Анубиса. Кидаем огнекрыла нашего. 74, да? Так, есть 74%, ребят. Теперь надо аккуратно выманить эту всю дичь сюда. Все. 100. Что мы имеем? 5178. Мы без напряга особо. Сколько мы на это времени потратили? 9 минут. 10 минут пусть будет у нас ушло на эту битву гильдии. То есть мы не напрягались. Просто тупо прошли всех. Героев, в принципе, можно огнекрыло отсюда даже убрать. Поставить кого-то другого. То есть тут донатных героев особо не надо. Надо иметь, конечно, вкачанные талантики и немножко поиграться над... созвездиями, ну и питомцев соответственно, то есть питомцами, и вы любого топа просто ушатаете. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Всем пока.